Закончил муж кладку коробки. Вся коробка сделана. Верхний кирпич лежит дырками сверху, потому что вот здесь будут делаться пропилы. Вот так выпиливаться будет канавка для того, чтобы уложить нашу конструкцию и залить цементом. Вот мы наложили сверху по центру профлист. И сейчас он будет его крепить. Выровняли все. Вот такими хомутиками будет это крепиться. Мастер Джок работает, а я подмастерье. Только не матерись, я буду снимать. Трудная эта работа. Тащить бегемот из болота. А я из крышки для ведра. Ну, эти вот большие ведра из-под майонеза, там повидло. Вырезала вот такие пятачки и закрыла. Красиво теперь. Мы закончили собирать одну половинку, и начался дождь. Вовремя мы. Хороший мы диск купили. Он даже гранит и мрамор режет. Вот. Пропилил Коля одну сторону. И здесь еще будет одна. Болгарка устает работать. А, ты уже здесь прям все пропилил? Молодец. Вот прям. Все-все пропилено. Теперь вот это выбивать надо, да? Вот это выбивать теперь надо? Сейчас попробуем молотком. Угу. Понятно. И потом в эти канавки будет ложиться вот эта конструкция наша. Ну, так только мы могли придумать. Больше никто. Страшное дело. Так, наконец-то произошло памятное событие, поднятие арки. Это надо было видеть, надо было камеру поставить, снимать, как мы поднимали. Мы привязали арку к тележке, потом поднимали вот по дровам. И спасибо, у нас сосед услышал наши стенания, прибежал, нам помог. И наконец-то мы ее по вот этим деревяшкам подняли и утопили сюда. Вот так из теплицы делается навес для машины. Ну, еще работа есть впереди, делать крылечко, но уже все это ерунда. Зацементировать. Самое главное было ее поднять, потому что она вся играла. Вот так места соединений тоже перекашивались. Ой, кошмар, конечно. Не, ну 4 мужика взяли бы, понесли и подняли. А я за полчеловека и одна мужская сила. И вот спасибо Володе. Да. Без него мы вообще бы не подняли. Она просто здесь завалилась бы у нас все. Да. Это мы здорово придумали. Такую конструкцию забабахать. Нам профлист пришлось навешивать здесь на земле, потому что вот если бы мы поставили арку, мы вдвоем-то могли бы ее поднять. Но профлист мы ни за что не закрепили бы наверху. Там только надо было трусы с пропеллером. Ну чего? Вот, будет еще крылечко, все зарастет виноградом. И будет очень хорошо. Я сейчас посчитала, во сколько обошелся нам этот навес. Ровно 23 тысячи. Не считая нашу дешевую рабочую силу.